мог бы. Ты мог бы быть кем угодно. Немецким танкистом в кромешном аду Курской дуги, посылающим снаряд за снарядом в гущу русской пехоты. Сталинским асом, поджигающим очередной Хенкель 111 над рабочими предместьями Ленинграда. Японским подводником, индийским кавалеристом, американским разведчиком, лидером городского сопротивления и лесным братом в Курзамских лесах. Все они отчасти и ты. Но разве что хотелось бы верить, что не членом расстрельной команды, не охранником в лагере, не знатоком спецсредств на допросах.